Агентство недвижимости «Слайм» – ваш надежный партнер на рынке. Мы исполняем мечты. Я риэлтор Сэм, и я найду для вас идеальный дом. Спокойно, не кричите. Я обо всем позабочусь. Мошенник! Ты обещал нам домик мечты. Пожалуйста, мы тебе доверяли. Как же так? Спасибо, Сью, ты моя спасительница. Не понимаю, почему ты никогда не сдерживаешь обещания? Я не понимаю, чего куклы так возмущаются. Я нашел для них милый домик из картона. Чего им еще нужно? Он называет это домом? Невероятно! Упси! Что ж, кажется, придется опять тебя выручать. Я так готов помочь! Всем привет! Как вы уже знаете, и Сэма так себе риэлтор. Эй, че ты обзываешься, Сью? Ай! Посмотрим, какой из него получится строитель. Вообще-то я родом из знаменитой династии строителей Тибидабо. Ах, вот как! Очень интересно! Мы построили так много домиков, но я почему-то впервые об этом слышу. Ну вот сюда! Все потому, что я очень скромный. Фух, не хотел хвастаться, знаешь. Еще одна новость о тебе сегодня, Сэмми. Пришло время небольшой хитрости. Раз, два, три, четыре, вуаля! Сью мастерица, это вы? Да. Вам письмо от некого ловкого слайма. Вот, возьмите, пожалуйста. Интересно, что там? Ого, это недостающие текстуры. Ага, мастерски вырезанные мной. Это весьма заметно, Сэмми. Тут так много розового. Ну, ведь это домик Сэма. Его должно быть видно издалека. Домик Сэма? Вообще-то я тоже участвую в этой грандиозной стройке. Точно, тогда ты можешь выбрать интерьер. О, правда? Что ж, это мне по душе. Приступим. Итак, Сэмми, что скажешь? Куклам понравится такой дизайн? Спокойно, я все улажу. Сью, тут еще кое-что. Что ты? Ай! Ого, это еще зачем? Оказывается, я еще обещала обустроить этот дом. Но не переживай, я подготовил все детали. Да неужели? Тебе повезло, так как я люблю работать с миниатюрной мебелью. Сделаем краешек этой детали поаккуратнее. Вот так. Отлично. Кстати, ты бы тоже мог хоть что-нибудь сделать. А я и делаю. Ну уже не отвлекайся, ты все увидишь. О, как таинственно. Что ж, матрас на месте. А наша кровать отлично сочетается с цветом стен. Ты же знаешь, у меня много альтер-эго. Так вот, это подарок от Сэма Портнова. Ого, Сэмми, какие красивые, правда, ребята? Ставьте лайк, если согласны. Переживала, что я бездельник. Что ж, наша спальня не может обойтись без туалетного столика. Поставим его вот сюда. Отлично. Что еще умеет твоя альтер-эго? Вот, смотри, Сэмми плотник смастерил свой лучший вместительный шкаф. Невероятно, но плотник Сью хочет кое-что добавить. Ну, теперь сюда все войдет. Думаю, кухня – это самое уютное место в доме. Сделаем ее функциональной. Соединим детали дверцы духовки проволокой, чтобы они могли открываться и закрываться. Святые пироженки, Сью, ты инженерный гений! Откуда столько удивления в голосе? По такому же принципу сделаем дверцу шкафчика. Все просто. Как я понял, этот предмет мебели не просто так угловой? Да, здесь будет раковина, если я разберусь, как ее установить. Сантехника вызвали? Все будет сделано в кратчайшие сроки! Все готово, сеньорина! Оу, да мы просто команда мечты! Смотри, как здорово я установила плиту! Давай завершим декор этого предмета мебели! Думаю, мы отлично справились! Тут главное правильно сделать все замеры! А этот стеллаж с полками будет отлично смотреться у этой стены! Сколько же сладостей в нем можно хранить! Осторожно, Сьюзи! Я бегу! Симпатично! А стол можно поставить сюда, например. Чуть не забыла про холодильник! Точно! Какая кухня без холодильника? Вот так! Что ж, думаю, здорово получилось! Теперь поставим недостающие стены. Здесь. И, конечно, с другой стороны.
вот и перила. Безопасность превыше всего. Ставьте лайк, если согласны. А почему в гараже нет двери? Так-то лучше. Другое дело, очень удобно. Ох, вы это слышите? Должно быть, это крыша. Давай помогу. Сьюзан, сейчас будет еще одна. Принято. Еще немного. И все надежно закреплено. Отлично, миссия выполнена. Теперь дом выглядит совершенно иначе. Добавлю всего одну деталь. Хоп. Уже представляю, как жильцы будут пить тут по утрам кофе, а по вечерам чай. Кстати, о жильцах, Сьюзи. Я не могу понять, как куклы смогут подняться наверх. По воздуху, что ли? Конечно же нет. Я тебе кое-что покажу. Мы еще никогда не делали такую лестницу. Это первая ступенька. Остальные сделаем по такому же принципу. Все ступеньки будут разного цвета. Сделаем аккуратный край. Получилось просто идеально. Не совсем, Сьюзи. Идеально это вот так. А? Что? Ого, отличный ход, Сэмми. Очень круто, правда, друзья? Ну же, ребята, давайте посчитаем, сколько будет ступенек. Я насчитала 11, а вы? Эй! Итак, ступеньки не могут обойтись без перил. Воспользуемся магией. И финальный штрих. Эй, дорогу! Лестница, достойная лучших кукол. Пора пригласить их в новый домик. Не переключайтесь, друзья! Прошу, дамы, проходите. Риэлтор Сэм всегда держит слово. Что ж, это мы посмотрим. Где же дом? Ты готова, Сьюзан? Открывай! Вуаля! Ого! Смотрите! Какой классный балкон! Всегда хотела такой навес. Спасибо, господин риэлтор. Мы отправим к вам всех наших друзей. Хотите сделать фото на память о вашем первом дне в новом доме? С удовольствием. Прекрасная идея. Встаньте ближе. А теперь скажите ловкий слайм. Бип, бип. Осторожно, задний ход. Осторожно, я паркуюсь. Отлично. Какая тяжелая корзинка. Надо осторожнее подниматься по лестнице. Оп, оп, оп. Ох, мне так нравятся эти цвета, а перила просто потрясающие. Последняя ступенька. Так, начнем с кухни. Посмотрим, что у нас тут. Кастрюлька. Ей место вот здесь, на плите. А вот и вторая. А это место для кухонной утвари. На стеллаж мы поставим тарелки и миски. Ох, как здорово получается. Во время переезда всегда хочется есть. Надо что-то приготовить. Ох, холодильник пока совсем пустой. Но быстрый поход в магазин легко все исправит. А теперь приготовим вкусное овощное рагу. О, пахнет потрясающе! Так-так, что тут у нас? Ого, как много красивых нарядов! Найдем для них местечко. Чтобы это красивое платье не помялось, аккуратно повесим его на вешалку. И вот сюда. Отлично! Как здорово иметь такой вместительный шкаф! Сюда войдет все и даже больше. Это мы положим в ящик. Хоп и хоп. Ах, вид отсюда просто великолепный. Но на балконе как-то пустовато. Растение в горшке это исправит. Добавим немного воды. Ого, вот что бывает, когда балкон выходит на солнечную сторону. Делать макияж перед этим зеркалом каждое утро сплошное удовольствие. Этой стене явно не хватает уютного декора. Подойдут самые любимые фотографии или просто красивые картины. Повесим их немного асимметрично. Мне кажется, так лучше всего. Какая удобная кровать с мягким матрасом. Ах, прилягу ненадолго. У меня еще не было времени все посмотреть. Ох, какой красивый садик. Что еще нужно для счастья? Ах, как хорошо дома. Думаю, мы отлично справились. Согласны? Тогда как насчет небольшого рум-тура? Поехали! Thank you.
куклам понравился их розовый дом. А вам? Тогда ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!